Привет, меня зовут Сергей. И сегодня я вас научу делать один из базовых трюков. Это фронтсайд бордслайд. Фронтсайд бордслайд означает, что вы подъезжаете лицом к периле, запрыгиваете на нее и едете спиной вперед. Подъезд к периле происходит опять же параллельно рейлу. После того, как вы подъехали параллельно к периле, вы запрыгиваете на рейл вот таким вот образом, поставив доску ровно под 90 градусов и балансируете. Балансируете до конца перила. Опять же, целиться нужно в конец рейла, чтобы доехать его ровно до конца. Желательно смотреть под мышку и просматривать весь момент, куда вы ездите. Опять же, весь проезд по рейлу происходит на согнутых коленках, просматривая все, куда вы едете. Чтобы сойти в свою стойку, вам нужно смотреть ровно в ту сторону, куда едете. Тогда в конце, когда отщелкнув от трубы, вы спокойно развернете сноуборд и приземлитесь в свою стойку. Чтобы сойти в фейке, либо свитч, вам нужно в конце проезда посмотреть под другое плечо, и тогда весь ваш вход будет происходить в свитч, либо в фейке. В принципе, достаточно элементарный трюк, нужно только много усердия, чтобы научиться его. Все, всем счастливо, удачных трюков!